Всем привет! Сегодня я хотела бы создать образ потрясающего певца, замечательного человека, Майкла Джексона. Надеюсь, судить строго вы меня не будете. Начнем с бровей. Форма у Майкла достаточно красивая. Тело брови прямое, а хвостик резко опущен вниз. Цвет моих бровей очень отличается от цвета бровей Майкла, поэтому я буду использовать черный карандаш. Затем щеточкой растушую пигмент. Корректором подкорректирую форму. И затем темно-коричневыми тенями растушую темный пигмент карандаша, чтобы сделать бровь как можно более натуральной. Изначально нос Майкла был очень похож на мой. Он также имеет форму картошки, и впоследствии Майкл его всячески уменьшал, и поэтому сейчас мы будем стараться максимально уменьшить нос и придать ему больше треугольную форму. Для этого я буду использовать сначала коричневый карандаш. За счет своей мягкости он очень-очень хорошо тушуется, и в принципе его можно использовать как корректор. Затем светло-коричневые тени я добавлю впадинку возле носа, практически у бровей, за счет чего взгляд наш станет очень похож на взгляд Майкла. Затем этими же тенями я пройдусь по нашей коррекции, которая была сделана карандашом. Ноздри Майкла также имеют треугольную форму, и поэтому мы тем же самым карандашом будем создавать такую же. Также не забываем о корректоре и за пределами носа, иначе вся наша коррекция просто не будет иметь смысла. У Майкла очень выраженные скулы, чем не могу похвастаться я, поэтому буду использовать корректор. Я буду наносить под скулы, чуть ниже и по всему внешнему краю лица, чтобы мое круглое лицо визуально казалось более квадратным. Также светлым корректором немного выделим зону под нашей коррекцией, чтобы она смотрелась более ярко. Не забываем и о знаменитой ямочке Майкла. Также немного корректора добавим немного на лоб, чтобы создать ямки, которые также есть у Майкла. И затем приступаем к коррекции линии волос. У меня волосы растут гораздо дальше, нежели у Майкла, поэтому я сначала буду использовать коричневый карандаш, чтобы создать форму, и уже затем черными тенями слегка придам натуральности и закончу нашу коррекцию. Главная деталь образа Майкла – это его очки. И, в принципе, макияж глаз можно на этом пропустить, но если вы хотите создать полноценный образ, то давайте приступим. Сначала я буду использовать черный карандаш на нижнюю и также на верхнюю линию роста ресниц. Немножко черным карандашиком продлю форму и затем коричневыми тенями все растушую. Форма губ Майкла немного отличается от моей, его нижняя губа чуть больше, а верхняя чуть меньше. Поэтому я нанесу консилер полностью на губы, слегка припудрю и при помощи карандаша буду рисовать новую форму. Затем ватной палочкой я слегка растушевываю границы. И наш образ готов. Огромное количество души, сил и стараний я вложила в создание этого видео, в создание этого макияжа. Надеюсь, вы оцените. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!